Наконец-таки доехали до Сильди. Это наше родное село. Сильди, оно переводится как «сторожевая башня». Три улицы всего лишь. Хасбулаева, Хабиб и Шамиль Зауров дальше. Осталось немного. Вся село уже, наверное, полностью поставлен вот такой камень для удобства для жителей, чтобы и зимой, и летом, чтобы не было грязно, не скользко, чтобы какая работа здесь идет. Салам алейкум. Да-да, вот в конце вот этой, здесь будет. И вот так вся лестница, вся село у нас. Это уже улица, наверное, мы сейчас найдем, Хабиба Нурмагомедова. Вот сейчас мы дойдем до его дома еще, я вам покажу. Алекс, салам. Ну как в Париже, да? Вот мы дошли до улицы Хабиба Нурмагомедова и до его дома. Вот здесь он живет. Ну, по крайней мере, когда приезжает сюда. Вот здесь уже почти заканчивается Хабиба. Наверное, думаю, сейчас мы дойдем. Начинается улица Шамиля Заворова. С этого прекрасного места начинается моя улица. Я думаю, сейчас мы до первого дома дойдем и найдем табличку. Какой красивый вид. Вот и первая табличка. Столовая, кухня внизу, мечеть, комната отдыха и смотровая площадка. Мы сейчас поднимемся наверх. Вообще бомбовый вид будет. Вот это дом, наш дом, да. Мой дом. Ну, она ведь старенькая, но в следующем году я планирую ее реконструкцию. Самый высокий получается, да? Он почти считается, да. Сам, ну, видишь, наверное, вот тот дом ее построили. Ну, в свое время она была самый высокий дом. Люди возвращаются потихоньку. Видите, новые, столько новых домов. Там дом, там. Их не было буквально 3 года назад, 2-3 года их не было. И вот мы тоже потихоньку возвращаемся. Мы сами так, да, как городские были. И сейчас каждый выходной день, какое-то свободное время, хочется приехать. Просто приехать, переночевать и обратно в город. Вот, а дети на самом деле до сих пор просятся, хотят приехать. А дети нас приехали, все время просятся, давайте в горе, в горе. Поэтому детям тоже нравится. Надо приучать детей, чтобы они помнили родные места, часто приезжать.